Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Мэрия призывает кировчан зарегистрировать права на земельные участки. По предварительной оценке, на территории области находится около 250 тысяч правообладателей, которые до настоящего момента не оформили землю в собственность, сообщается на сайте администрации Кирова. Сделать это необходимо как можно скорее. В противном случае земли могут снять с кадастрового учета в соответствии с законом о государственной регистрации недвижимости, который вступил в силу с этого года. В ближайшее время управление Росреестра начнет рассылать владельцам участков, не оформивших их в собственность, специальные уведомления, по получении которого собственнику необходимо в течение полугода представить ведомству документы, подтверждающие право на владение землей. В администрации подчеркивают, что собственники участков также могут обратиться в орган регистрации права самостоятельно, не дожидаясь получения уведомления. Дайджест недвижимости. Жители региона задолжали ресурсоснабжающим организациям более 4 миллиардов рублей. Эту цифру озвучили накануне на заседании Комитета Заксобрания по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, подводя итоги отопительного сезона. Сумма просроченной задолженности составляет около 3,5 миллиардов. При этом структура долга озвучена не была. По предположению депутатов, в общую сумму задолженности могут входить и деньги, заплаченные жильцами за потребленный ресурс управляющим компаниям, но не дошедшие до ресурсоснабжающих организаций. Злостных неплательщиков в регионе около 4%, отметил исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Илья Шульгин. На комитете также прозвучало предложение лишать лицензии управляющей компании, если по их вине от схода с крыши снега пострадали или погибли люди. Инициатива вице-спикера областного парламента Романа Титова была поддержана. Дайджест недвижимости. Кировчанку оштрафовали за зарастание ее земельного участка сорняками и кустарниками. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. Запущенный участок земли сельхозназначения обнаружили во время плановой проверки на территории Юрьянского района. В результате в отношении хозяйки земли составили протокол об административном правонарушении и потребовали его устранить. Кроме того, женщина должна заплатить штраф в 20 тысяч рублей, уточняет «Девятка». На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.